Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу Битре. Хочу проверить его на вывод. Забыла я записать видео, когда набрала минималку. У меня на балансе 3720 коинов, а на фаусе минималка от 1000 вот этих монет. Не забывайте забирать бонус ежедневно. Этот бонус влияет на кран, когда мы собираем с крана криптомонетки. Вот эти коины. Он увеличивает сбор ежедневно. Это если день пропустим и не соберем, то начинаем все сначала. Давайте проверим на вывод. Кликаю вывод. И здесь методы. Читайте вот эту всю информацию. Эту информацию читайте. И здесь вопросы-ответы. Так, вывод у нас на Faucet Pay, на Express Crypto и на прямой кошелек. Я буду на Faucet Pay, кликаем, да, куда вы хотите вывести. И выбираем платежную. Как бы платежку. Я буду Solana выводить. Значит, у меня 3730 коинов. Это конвертируется сразу автоматически в криптомонету, которую мы выводим. У меня в данном случае 19751 вот это Solana монет. Иду на Faucet Pay, пойду в депозит. И возьмем адрес. Кликаю, скопировала. Вставляем адрес. Кликаю вывод. Подтверждаю. Все замечательно. Все шикарно. Платит инстант. Возвращаемся. Идем на домашнюю страничку. Так, где наша Solana монета? Вот Битре 19000. Вот 19687 Solana монет. Вот этих 24 декабря. Платит инстантом. Но не забывайте, может случиться такое, что у сборщика недостаточно монет. Просто зайдите чуть позже, как бы, да, и сделайте повторный вывод. Такое иногда случается. Пополняется здесь очень быстро. Редко, но бывает, конечно. Всем удачи, больших заработков. Работайте, зарабатывайте. До новых встреч!